Здравствуйте. Значит, я решил снять видео о том, как я точу пильные диски с победителями напайками, да. Как я приспособился их точить. Значит, давняя проблема у меня. Как бы покупаешь диск, пилишь, ну неважно на чем, на торцовочной пиле, на циркулярке, на паркетке. И как бы от цивилизации мы далековато живем, тут 100 километров. Специально ехать за диском дороже стоит дорога, да. И даже если купить несколько дисков, завозить на заточку, это, во-первых, надо платить деньги, во-вторых, я скажу так, что диски я покупаю не дешевые, а точат их безобразно. Вот я придумал такое приспособление. Да, и вот такая вот такое устройство. Значит, это вот паркетка моя, я купил такой вот диск алмазный на все инструменты. Там цена его что-то около 600 рублей. Но я смотрел такой диск, чтобы по внутреннему диаметру, вот у меня на паркетке 20, и на диск, чтобы подходил. Ну, даже если не подходит, можно там всякие вот с дисками продаются кольца. Возможно, они подойдут, или можно выточить их. Потом, что я хотел сказать, вот я фиксирую как-нибудь, к чему-нибудь здесь я с струбцином в данном случае прикрепил паркетку к циркулярному столу. И вот сделал такую из фанеры обычно, тут недолго, тут можно за полчаса сделать. Вот, два, значит, по бокам две направляющих, оно вот так плотно по бокам сидит. И один ограничитель. Снизу здесь и диск. Сейчас вы все увидите. Снизу ограничивает диск. Устанавливаем. Диск. Значит, пропил сделан, чтобы диск проходил. И по центру такую колобашечку. Ну, плотно сделал. Плотно, чтобы подходило по диску. Как сделать? Вот для большего диска. Это у меня колобашка. Для торцовочной пилы диск там посадочная 30 миллиметров. Вот я делал, брал вот так, делал такую вещь, ставил на шуруповерт, и центральное отверстие диска просто укручивал, там снизу вылазило точное отверстие, как бы без люфтов, без ничего. Можно металлическую, можно найти что-нибудь подобрать. И смысл в чем? Значит, вот двигается, да? Двигается. Подводим к диску, отводим. Проблема в чем? Чтобы вот так ограничить, да? С углом уже решили. Вот диск подводишь и центральную колбашечку вкручиваешь. Неважно, там больше. Я просто диск разложу, а потом центральную. Смотрю в угол, чтобы примерно совпадал. Потом с углом проблему решили. И как ограничитель выставить? Я делал как? Значит, подводил, чуть-чуть поднажимал, чтобы диск этот подогнулся. И прикручивал просто сразу, вот этот поджимал, держа, прикручивал вот этот болтик. И все, вот мы заточили, отвернули, ставим назад ограничитель и до упора. И опять заточили. И опять заточили. И так дальше. Ну, тут одному неудобно руками, так оно все точно, вот оно. Вот если вот так я буду делать, вот оно, вот. И пошла заточка. Как бы и размер зуба одинаковый, и угол сохраняется. Я думаю, куда уже лучше. Пробовал пилить, пилит отлично. И вот раньше была проблема, да, фанеру попилишь, фанера сильно тупит инструмент. Значит, фанеру попилишь, и уже слышно, что паркетка не тянет. А тут, если такое устройство всегда с собой, я так беру сразу все диски, затачиваю. А потом, когда есть время, ставлю этот диск и подтачиваю. Даже на работе, когда свободное время, я работаю под Москвой, там тоже, там можно съездить, можно найти место, где хорошо точат. Во-первых, где точат хорошо диски, там они берут денег почти как половина диска стоит. И
как бы тоже дорога, время, за то время, пока ты будешь ездить, пока заточишь, можно и деньги заработать. Так что для работы, как бы, это очень даже хорошее, точно относительно такое приспособление такое. Кстати, вот эти диски Hilti заводской стоял на паркетке. Я когда-то чу, после фанеры, после там песка попало, да, но сразу, ну, в принципе, когда затупилось, когда в гвоздь попадаешь, СНТ-шный он, там зубья выскакивают, а вот хилтевский он, я уже 3 раза в зуб гвоздь попадал, и как бы ничего страшного, никакого скола, перепиливает диск, хилтевский диск хороший, но смотря для чего, для каких целей. Вот СНТ-шный он у нас более ходовой, потому что у нас стройка, там точный распил именно в плане такого столярного чистого не нужен, а скорость именно важна. Вот распустить что-нибудь, запилить, и там такой точности, как в столярных делах.